Все закрыто у нас. Посылку хотела своим отправить. Даже не купить ничего, только продукты. И аптека. Клематисы по 4 евро. Я неделю назад вот такой, типа такого какой-то, а нет, вот такой купила. Вот такой купила за 8 с чем-то. Ах, сейчас 4. Так хочется какую-нибудь фигню купить, вот ей-богу. Давно по магазинам не ходили, а по таким. А это вот в продуктовом магазине я всякую пластмассу. А вот, думаю, на раковину. Фрукты помыл, сложил. Так, удобненько, 3 евро всего. Опять куплю какую-нибудь неудобную. Думаю, валяться будет. Потом смотрю, вот такие вот ланчбоксы. Вроде маленький. Как в анекдоте, а погладишь, он чемоданом становится. Это таки тут. Вот. Превращается вот в такой вот. Ну, мужу на работу в таком все равно маловато что-то ложить, поэтому стоит сколько? 9,70 стоит коробочка. Опять вроде и удобная. И, конечно, вот такие вот баночки все надо частенько обновлять. Тем более он мне на работу там носит еду. Всего вон 99 центов. Тут под салатик 69. Пойди-ка возьму. Возьму. Ладно, возьму. Давно ничего не покупала ненужного. Вот тоже удобный ланчбокс. Тут что-то покушать положил. Вот тут вот откручивается соусница. А сметанку можно. Сверху вот такая вот вилочка. Тоже удобная. 4,45 стоит. Объявление. Вот в Эстонии вакцинация обширная. Астразенекой. Обширная вакцинация. Не, возьму я такую штучку все-таки. Ну, удобно. И пусть в раковину стекает. Намыл. Вот сейчас зелень пойдет всякая. Он даже на картинке. А я раскладываю где-то по этим в сито или на полотенце. Куплю я такую штуку. Пусть муж ругается. Ну и что? Еще какую овощерезку увидела. Раз и стриганул. Сразу на ломтики. Не, у меня есть. Ладно, пока то я обойдусь. Пока хватит. Сын говорил, что у нас туалетная бумага мягче. Вот отправить в посылочке легко. Места, правда, много занимает. Кирюша, я пошутила. Так, все плохо. В продуктовом магазине вон грунт продают. Так что можно будет не хватит земли, сюда заеду, куплю. Вот, возьму, наверное, вот такой сырочек со специями, с томатами. И вот такой с зеленью. Вроде кушали такой. Маме атлет возьму, наверное. Это очень вкусный сыр. Вот значок. Произведено в Эстонии. Вкусный сыр атлет. Вот парочку таких возьму. Намазок. Тоже вкусные. Кирюша, возьму тебе хамона немножко. Знаю, что тебе он не очень понравился. Но вот сделай рулетики, какие я делала. Вот сделай, попробуй. Очень вкусно. Так, шоколад наш. Сын любит молочный и белый. Мама любит темный. Поэтому маме вот с вишней возьму. Так, ребенку. Ребенку сейчас какой-нибудь гляну. Белый вот любит или молочный. Так, а вот с черникой. О, с черникой, наверное, возьму ему белый шоколад. О, точно. Наверное, возьму по большой.
маме большую с вишней, сыну большую с черникой. Так, они там у меня еще какое-то печенье любят. Забыла название, пойду гляну. Ну, может, еще зефир в шоколаде взять. Шоколад вроде темный. Срок годности. Срок годности. Ну, все нормально. Успевает посылка доехать. Вот они любят что-то типа такого печенья внутри с шоколадом. Вот типа вот такого. Так, и вот такое же шоколадное. Так. А, наверное, возьму вот такое сыну, а вот это темное маме. Вот еще какой-то шоколадной прослоечкой. Наверное, тоже возьму. Не ела такое. Ну, попробуем. Вот опять гуляю. Все вымерло. Только аптеки, продукты и мобильные операторы. Ну, операторы связи. Так вот. Все закрыто. Большой торгово-развлекательный центр. Ни кинотеатры, ничего не работает. Здесь были люди, и я их найду. Или не найду. Ну, в общем, я так, только с продуктами вышла, все.